Так, выход из голода был, то есть выход был сделан на продуктах питания. То есть выходим мы из голода на продуктах питания. Продуктам питания необходимо при выходе из голодания предъявлять особые требования, чтобы они быстро переваривались, первое, понимаете? Быстро нас питали, быстро наводняли наш организм, то есть это структурированная вода. Вот, и, ну, будем говорить, и даже еще продолжали очищать. Вот тогда еще у вас эффект после голода сохранится настолько же, а то может и дальше.